среду в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя, тепло, днем плюс 7, плюс 10 градусов, ночью 6-9 выше 0. Ветер усилится, юго-западный 5-7, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, в светлое время суток плюс 10, в темное 9 выше 0, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, дождь, днем плюс 8, ночью также плюс 8 градусов, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде небольшого дождя, днем плюс 7, ночью также плюс 7 градусов, юго-западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.